выбрался в дождливый день походить вдоль речки. Там речка. Обогнал меня человек молодой, непонятной наружности, а-ля студент, что-то грязноватый для студента. Ну ладно. Это захотелось поползать где-нибудь по природе. Чей-то домик на взгорке. Даже несколько. А вот вам живность местная. Утки. А вот это беленькое. Тоже, наверное, разновидность уток. Что-то я тут хожу, они меня не боятся совсем. Птица, ты что, не боишься? А что бояться хорошего человека, правда? Водичка. На берегу абсолютно чисто. И только какой-то нехороший человек оставил здесь банку. Вот она как будто здесь чужая вообще. Ну, чужая-чужая. И непонятно, что она здесь делает. Эти птицы находятся в 10 метрах от меня. Они меня не боятся, занимаются своими делами и никуда не улетают. Это меня немножко напрягает. Они что, ручные? Скорее всего, они здесь не чувствуют опасности от людей. И их никто не ест. А здесь камушками выложено хорошее слово love. Хорошее слово. И я положу пару камушков. Беленьких. О как. Ну, теперь вообще красиво. Лимит 15 миль в час. Ну, шутники дописали чуть-чуть. Ну, ничего.
Насколько понимаю, это велосипедная дорожка. Здесь машина не ездит. Такая зелень сочная. А для машин рядом дорога, вон она. Утка и селезень. Скорее всего, у них любовь. Жирные. Все это летом выгорит и будет желтенькое. А вот впереди две лавочки. Одна бетонная, вторая деревянная. И что же тут написано? Гео Гутерман Хат Иронана. А тут такой то ли остров, то ли заводь. Ох, корневища. И опять же домик наверху. А вот еще один. Тишина и благодать. Кому надо такое, пожалуйста, покупайте. Ради интереса, что здесь растет. А растет здесь пырей обыкновенный. А вот это я не знаю, что такое. Ну, я все рассматривал увидеть, как же это называется. В наших краях называется кашка. Вот. Но видно, тут она не водится. Тут ковер растительности, прям ковер. Сколько лет тут, наверное, вот. Раз. Утопаешь. Дрык. Сочная зелень. Мне нравятся эти дома на взгорках. Нетронутая природа. Гуси кричат. Еще кто-то из птиц. Посидеть лавочки. Дядечка лет 60, может быть, не знаю точно. Бежит.
с наушниками от айфона в ушах. Да, это видео так, спокойное. Просто природа. А вот там глубины вообще нету. Вода бежит. Шумит, как на порогах. Нету банок. Нет бутылок. Нет мусора. Птица тоже не боится. Что-то гу-гу, гу-гу. Что ты за птица такая? Ну ладно, гу-гукай, пошел я дальше. Вечереет, дождик, а вдалеке виднеется моя одинокая машинка на стоянке. Надо будет снять сюжет, когда будет хорошая погода и подольше. И у этого моста есть тоже своя история. Но об этом в следующих видео. Это была небольшая прогулка вечером. Район Fire Oaks, Сакраменто. А это American River. Всем всего хорошего. До свидания.